Итак, приветствую вас на канале Елена Русербия. Сегодня мы приехали к Марине, они отмечают день рождения сына. Сейчас заберем подарок и посмотрим его реакцию. Алена, хочешь мать? А где ты ее взял? Чао, Миша. Видите, ты полюбил. Игорь, ты до чего ты полюбил? Я чуть-чуть разве. А где ты взял эту кошку? А? Мне нравится кошка. Знаю. Пусть он сам. Угадай, что. Вау! Squishy Sonic! И? Что это? They're Squishy Sonic! Мы с моей доной из села, мало се овде да буде, и он се дае врати мой из села. На село вратите? Добро. Добро. Ты дашь меня. Где узмеди? Кто это такой? Соник. Откуда он? Он с игры? Из игры? Ну, ты доволен? Да. Даже шоколадки не посмотрел. Игрушку. Дай посмотрю. О, это антистресс, что ли? Ой, какой прикольный. Вот. Что хотите с ним можете делать. Классно. Да, вот такая вот игрушка. Поверни боком. Соник. Я знаю, что он играет в игру дома на телевизоре. На этом, на своем. Как он называется, даже не знаю. Вот. Подарили. Вроде обрадовался. А сейчас там во дворе за кошкой бегает. С братом и своим родным. Ой-ой-ой. Это как ежик или что это? Не знаю. Да? Похож на ежика. Похож? Нет, конечно. Нет? Да нет, не знаю. Не знаю. Давай муффинсы, которые ты сделала. А, муффинсы же я Бобу написал. Я еще пролил. Ой, все летит, все. Все летит, и тоска, и радость. Сейчас, подожди, его поправлю. Милан, осень, милая Ена. Мастерица. А торт украсила? Да, только ягодки остались. А там что сверху, майонез? Майонез, ага. О, давай я тебе. Ты уже сожрал, что ли? Нет. А что, Мила не любит с этими кремом? Кремом. Кофе пьют, сидят. Ой, опять? Опять? Так, пришли гости, многое вам показывать не буду, потому что там и кумовья пришли, и Милошевы родственники, но я могу показывать тех, кто соглашается сниматься, а эти люди, видим, всем редко, и поэтому нет смысла их снимать. Ой, боли укус. To meni jedno i drugo lepo. A? E, jedan dan mišin. Ma bilo ona skroz onako... Kusna? Mhm. Kusna? Tole pa ne može ješti. Kako voliš još tako? Samo kuma napravila njenom nemanje. Nemanje. Nervon? Kod skalone? Jeste. Так, как вы видели, день рождения вам показала, не стала показывать все, потому что я вам сказала, были друзья, пришли кумовья и люди, которые, ну, как бы не хотели попадать на камеру. Вот, день рождения прошло, это был детский день рождения, Милан исполнялось 8 лет, была в основном одна родня. И на следующий день, значит, уезжали мы рано утром, а Марина с Милошем, они уезжают в понедельник, решат свои проблемы и в понедельник.
Что случилось у меня? Голос у меня еще хрипит. И после того, как я думала, что у меня аллергия, я выпила таблетки. И слышу, ну, вижу, что у меня начался кашель, и он не проходит. А после этого я, значит, начала кашлять. И кашель у меня шел через горло. Не через бронки, не через легкое. Горло у меня. И главное, они не болели, только был кашель. И вот у меня даже не было температуры. Вот я кашляла, 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 кашляла. И один прекрасный момент, мне все говорили, иди в больницу, я не хотела. Я думала, знаете, как наша русская авось сама пройдет, да? А, как говорится, пиздец, сам отвалится, да? Что-то там такое было. Вот и я также думала, русская авось. И вот один прекрасный момент, я не поспала всю ночь, я кашляла, мне до того степени казалось, что горло там все разорвалось. Я пошла в больницу. Пошла в больницу, мне сразу направили, чтобы я сдала анализ на ковид. Оказалось у меня негативно, что меня очень обрадовало, потому что у меня был заложен нос, я не чувствовала ни запах, ничего. А, значит, дальше я пошла, значит, он мне говорит, может быть, через 3 дня, через 5 дней, если будет лучше, значит, придешь и пойдешь снимать легкие. Я говорю, почему через 5 дней? Давайте сразу. Он говорит, я не хочу вас мучить. Я говорю, что вы меня будете мучить, если я уже к вам пришла и хочу, значит, провериться. Он такой, ну вас же мучит кашель. Я говорю, меня мучит кашель, поэтому дайте мне направление на снятие, ну как, чтобы я сняла легкие. Вот. Он удивился, дал мне направление, потом сидит на меня, смотрит и говорит, ну, может быть, говорит, вы хотите еще кровь сдать? Я говорю, конечно, я хочу еще сдать кровь. В общем, пошла я, сдала кровь, сдала легкие. Сразу в этот день он написал все, значит, нужно хитно, значит, по-быстрому все. И меня приняли без очереди. Это уже было 2:30 дня. Все мне взяли, посмотрели. И по результатам анализов у меня оказался бронхит. Он мне выписал антибиотики, которые пьются на 12 часов. И сначала, когда я у него была, он мне на 5 дней выписал. А когда посмотрел мои результаты, то он мне еще продлил их на 10 дней. Вот такая вот херня, короче, у меня случилась. И он сказал, хорошо, что вы едете в эту баню. Та баня как раз для, чтобы вы подышали, и все у вас, значит, пройдет. Что касается бани. А мы с Бобаном должны были ехать в сокобаню, он говорила, да, на термальный. Вот. И Бобан почему-то, мы заказали ваучеры, и Бобан почему-то решил, что мы едем 25-го. И хорошо, что у них так система работает, что она написала и говорит, ваше, значит, пребывание в нашем апартманах, значит, начинается с 20 и до 25, типа, ждем вас, это. Мы с Бобаном как раз ехали, остановились на дороге прям, он говорит, как 20? Я, говорит, всем сказал, что 25, мы же 25 хотели. Я, говорит, не поеду 20. Мы возвращаемся домой, открываем то, что мы заполняли, вот эти ваучеры, оказалось, действительно, 20. Я говорю, 25 у нас с тобой просто годовщина свадьбы, и что-то мы, значит, запланировали, просто у тебя это число вот пало на память, и всем 25. Я говорю, хорошо, что они вот сейчас за неделю, да, они нам за неделю сказали. Я говорю, хорошо, что не завтра нам ехать. И все равно, да, и, вы знаете, и, если у вас впереди 12 дней или впереди все-таки неделя. И вот мы по-быстрому накидали вещи. Да, даже вещи мы с ним, с Бобаном собирали то в последний день. Вот. Вот, я вам говорила, что сербы, они такие, что не надо ничего покупать. Ну, у меня Бобан такой, что мы здесь все купим. Ну, то, что у нас осталось, мы поделили, что остались что-то дома, взяли с собой. Говорю, какая разница, что нам покупать, что с собой взять. Что не достает, значит, то, значит, докупим. И вот мы собрались, и в воскресенье мы... А, в субботу мы погуляли на день рождения. В воскресенье мы поехали, поедем, вернее. Вот, попрощаемся с Мариной, они сделают в понедельник свои дела и тоже отправятся к себе в Швецию. Конечно, Милан не хочет, он плачет, ему здесь нравится, он говорит, я хочу здесь пойти в школу, потому что Швеция все-таки это страна ограничений, страна всего. Он нашел какую-то кошку, и он не отпускал ее целый день, целовал, что только с ней не делал, и обнимал, и целовал, и фотографировался. И, знаете, в зеркало смотрел, потому что в Швеции кошечки собачкам, если они остаются, сколько там, за собак точно знаю, 5 часов, по-моему, дома одни, и больше 5 часов, то их, им нельзя оставаться дома одним, они их должны определить, значит, в собачий детский сад.
Если собака заболела, один пипер приносит 50 евро, а потом уже и доходит до 1000 евро пребывания питомца. И потом собакам нельзя, если собака громко лает в квартире, нельзя лаять. И, значит, убирают вот эти вот голосовые, что там у них. И собаки просто не лают. И просто когда была у Марины, у них соседка, у них собака. Я говорю, она никогда не гавкает. Но обычно, знаете, там не то, что постоянно, а иногда слышится, что собака лает, а она не лает. Я говорю, она вообще лает? Она говорит, нет, не лает. Я говорю, почему? И вот Марина мне объяснила, что те собаки, которые живут в квартирах, просто-напросто хозяева, чтобы не платить штраф за то, что собака лает, они, значит, вырезают им эти вот голосовые их. Вот. Так что, а мы с вами встретимся уже в Сокобане, на пути в Сокобане. Оставайтесь с нами. С вами была Елена. Пока-пока.